Москве уже вечер. Взрослые еще ходят по улицам, ездят на машинах. А у нас в школе-интернате все уже легли спать. Еще совсем недавно мы были незнакомы друг с другом. Учились в разных школах, жили в разных домах. А теперь нас называют большой семьей. Да, пожалуй, ни у одной мамы столько детей не бывает. Пора спать. Завтра у меня хлопотливый день. Хорошо бы еще немножко полежать. Но сегодня я ответственный дежурный по интернату. У меня много дел. Дежурных ведь всего 10, а воспитанников много. Попробуй, следи за всеми. Все встают сразу. А Слава Солосин, как всегда, просыпается позже всех. Ну, делаешь внушение. А второклассники молодцы. Вот у кого Солосину надо поучиться. Мы старшие иногда им помогаем, но они почти все делают сами. Скоро завтрак, и надо успеть накрыть на столы. В интернате мы это делаем сами. Опять Тиап и мама пришла. Странные они, все беспокоятся. Вот помню, когда впервые пришли сюда, тогда другое дело. Мы, сказать по секрету, побаивались. Ведь нам здесь жить до конца 10 класса. Ну, а теперь-то мамам вовсе беспокоиться нечего. Нам здесь нравится. Вот только плохо, врач рыбий жир пить заставляет. Хорошо, что мне его не прописали. Зинаида Васильевна весь день проводит со своими первоклассниками. Еще бы, ведь они пока еще ничего не умеют. Ни вилка есть, ни ручку правильно держать. Научатся. Мы, пятиклассники, ведь тоже не сразу задачи решать стали. Вот Ирина уже как считает. Занимаемся мы так же, как и во всех школах. И такие же предметы проходим. Вот только на уроках иногда сидит воспитатель Евгений Георгиевич. Я однажды слышал, как он говорил, что каждый из нас задача, которую надо решить. А ведь нас 150, целый задачник. Отучить Витю рисовать на уроках котов – это тоже задача. У нас есть своя столярная мастерская. Верстаки у нас настоящие, инструменты тоже. И даже наш учитель, Николай Александрович, настоящий плотник. Только нам до мастеров еще далеко. Шкафы нам, конечно, еще не сделают. А вот полочку мы уже все умеем мастерить. Это Андрей Куликов. Он у нас терпеливый. Наверное, поэтому девчонки и выбрали его для примерки. Попробуй, выдержи так долго. Даже пошевелиться нельзя.
что девочки вышивают и даже шьют на машине, никого не удивляет. А вот когда я своей маме рассказал, что у нас ребята сами носки штопают, она удивилась и решила, что обязательно поставит это в пример папе. Где мы их так много рвем? Наверное, на физкультуре. Здесь ведь ни одной минуты на месте не стоишь. Особенно во время спортивных игр. После таких занятий неплохо и пообедать. Интересно, как дела на кухне? У дежурных сейчас самая работа. Если все так будут чистить картошку, в суп класть нечего будет. Но тетя Тамара говорит, что все дело в опыте. У нас дежурные меняются каждый день и по очереди делают все. Даже полы моют. Когда сам хоть раз вымоешь спальню, тогда поймешь, почему говорят «уважай труд уборщиц». Зато на чистом полу можно даже полежать во время игры. Ученики младших классов так и делают. Нам-то самим не до игр. Мы в это время готовим уроки. А малыши пусть играют. В этот дневник я запишу все интересное, что случилось за этот день. Но о том, что наш директор Константин Акинфович опять шашки нам проиграл, я записывать не буду. Это случается часто. Я думаю, он нам нарочно проигрывает. Вечером каждый из нас занимается тем, что ему больше нравится. А Витя опять рисует. Старшая пионервожатая Маргарита Георгиевна говорит, что наконец-то нашлось применение и его таланту. Котов рисовать. Любителей пения у нас тоже много. Каждого из нас, кроме интерната, есть еще один дом. Там по воскресеньям нас ждут папа и мама. Пришла мама за Толей и Таней, а с нею и их братья и сестры. У Толи и Тани их много. И я тоже пойду домой, но позже всех. Еще надо сдать дежурство. До скорой встречи!